think he's made a bet with somebody that I can finish this by an elbow. Oh, and he does! And he does! The spinning elbow attack comes once more on Bioman. Could not take it. Phenomenal. Слева от меня стоит Джихад Юнусов. Джихад, поздравляю с победой. Недавно я разговаривал с Хусейном и думал, что бонус достанется ему. Там был стоячий нокаут, красивый, но от тебя очень крутой спиннинг бэк элбоу. И мне кажется, что 50 тысяч, скорее всего, придут все-таки тебе. Что ты про это думаешь? Про 50 тысяч? О, я рад этому. Думать, не знаю, что думать. Пока что представляю, думаю, как я буду брать на руки. Всевышний решает, кто кому. Посмотрим. Из рук куда они должны попасть? Есть какая-то мысль, на что можно потратить хоть какую-то часть их денег? Или, может быть, целиком? Надо сказать. Да? Ну, я Махди, Монако, то есть этот курорт. Отдохнем чуть, поедем. Разрешение спросим у старших. Посмотрим. Неплохо. Слушай, мне только что Мехди показывал на телефоне, что прям спиннинг-бэк элбоу ты с Мурадом Бичуевым отрабатывал в раздевалке вот буквально за пару минут до боя. Да, удар локтем был вообще, на этот был другой план, когда соперник будет менее подвижным, усталым, третьим, на втором раунде мы рассчитывали. И когда я пропускал удары, я думал, он устал, менее подвижным будет, но он хорошо двигался, поэтому я здесь смог попасть по плану. Но я решил попробовать по-другому. Не знаю, подскользнуло, нет, но хорошо, что он упал. Я рад. Что было иначе? Иначе мне... Я попробовал еще, пока он не упал. Что для тебя дальше? Есть очень яркие победы у тебя в активе. Есть победная серия. Есть ли какой-то интересный сейчас соперник для тебя? Ты до этого вот слышал предыдущему журналисту, говорил, что ты хочешь уже бой за титул. Но, как я понимаю, там чуть очередь большая или нет все-таки? Я не говорил, хочу за титул бой. Имею в виду, у меня цель титул. А так мне надо будет пройти многих ребят хороших. И я жду боев с ними. И хочу поскорее добраться. Какое-то интересное имя есть сейчас в том весе, с кем ты хотел подраться? Мне любой подходит, кто ближе, из-за кого, если я буду ближе к титулу, любой. Без урона в этот раз, да? Да, в этот раз нормально. Когда? Чуть локти, не знаю, партеры, не знаю, где это чувствуется, а так нормально. Сколько нужно тебе времени, чтобы вернуться сейчас без травм, плюс... Если ты хочешь поближе к титулу, нужно быть активным, чтобы лига на тебя обращала внимание. 4 октября я планирую, разрешат, 4 октября я планирую выйти подраться сейчас. И соперника любого, кто выше в рейтинге хочет? Да, выше кто в рейтинге, кто лучше в рейтинге. Любой мне подходит. Я себя считаю готовым с любым подраться. Вот. Не за эти боев, я знаю, как я тренируюсь в зале и с кем я тренируюсь. В спортзале мои спарринг-партнеры, вообще с ними, если тренируешься, с любым можно подраться. Что ж, Джихад, еще раз поздравляю, очень крутой нокаут. Друзья, вы подписаны на инстаграм Джихада Юнусова, он появится внизу экрана, подписаны на инстаграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество во ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.